Хлебный спас – это незаслуженно один из самых малоизвестных у православных христиан праздников. Наши предки называли этот спас полупраздником и считали итогом земледельческого календаря. На хлебный спас традиционно пекли хлеб нового урожая, освящали его в храме и подавали к столу. К празднику в лесу созревали орехи, поэтому было принято готовить и блюда с орехами. Ребята из Ясногорского центра социальной помощи семье и детям «Солнышко» очень внимательно слушали ведущих. Они познакомились с русскими традициями и приметами, узнали о процессе приготовления хлеба на Руси. Затем сотрудники музея организовали для них различные конкурсы. Все они, конечно же, были связаны с главными символами праздника – орехами и хлебом. Мальчишки и девчонки называли пословицы, собирали урожай, изготавливали обереги. Мероприятие очень забавное, я узнала очень многого, и мы делали обереги, было очень классно. Я узнала многие пословицы, я узнала многие приметы, узнала, как делается хлеб, как делается мука. Как пекли хлеб в старых годах, в деревне как пекли хлеб, я узнала. Мы делали обереги, которые будут оберегать квартиру, комнату. Конечно, особый восторг у ребят вызвало угощение, выпеченный хлеб в настоящей печи. Мероприятие прошло на позитивной ноте. Все дети остались в полном восторге. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.